касается. Русский черный терьер. Сенбернар. Среднеазиатская овчарка. Тибетский мастиф. Акита. Американская акита. Кани корсо. Немецкий курсор. Американский стаффордширский терьер. Тайский ретривер. Лабрадор ретривер. Американский булли. Стаффордширский бультерьер. Бассинджер. Бигл. Английский кокер-спаниель. Шек Рассел Терьер. Дельш Корги Пемброк. Миниатюрный пидер. Пускай цвета на баллон. Шицу. Папион. Фален. Чихуахуа Гладкошерсть. Померанский шпиц. И это все участники данного конкурса. И сколько их много? Так это много, посмотрите. Класс щенков – это следующая по возрасту категория. Да. Участников нашей выставки это участники возрастом от 6 до 9 месяцев. Кто-то из них впервые на этой выставке, кто-то уже стал победителем в классе Бэби. В любом случае, это малыши, которые стараются только стать чемпионами, и они очень, и владельцы нуждаются в вашей поддержке, дорогие зрители. Пожалуйста, поаплодируйте нашим победителям. Так, в предварительный отбор попадают померанский шпиц. Папион. Джек Рассел Терьер. Нет, просто видение. Стаффордширский бультерьер. Да? Американский стаффордширский. Ну, это судья, видишь, он выбирает разных. Американская акита, русский черный терьер. Большое спасибо остальным участникам. Мы желаем вам дальнейших побед. Да, как белка стоит. Хорошо. Он и бегает, бежит хорошо. Ой, видишь, он сейчас гонять будет туда. Первый просит участников, попавших в финальный отбор, продемонстрировать движение от его финала. Вот он их проверяет, это правильно делает. Зависит уже, насколько собака подготовлена. Иногда не проверяет, а просто так. Сейчас видишь, он меня проверяет. Да, главное, чтобы не испугалась. Это щенок, Мася. Щенок это по возрасту. Я думаю, это взрослый.
Хорошо стало. Молодец. Какие игривые. Она ему понравилась. Хочу всегда лучше. Всегда хочу максимум. Можешь сесть спокойно. Итак, мы уже знаем финалиста. Я еще раз попрошу всех зрителей поаплодировать нашим лучшим щенкам. И под ваши громкие аплодисменты я приглашаю на третье призовое место стаффордширского бультерьера. Титул резервного победителя получает русский черный терьер. И лучшим щенком выставки «Бархатный сезон» 2021 становится, наверное, наш самый маленький участник — померанский шпиц.